Эй, йоу! Рад всех приветствовать на третьей части прохождения прекрасного недавно вышедшего Assassin's Creed Mirage. Товарищи, как мне нравится эта игра. Погнали, погнали. Сразу начинаем с прыжка веры. Бам! Четко, четко. В прошлый раз, по-моему, в конце ролика у нас было, что мы тут заметили каких-то, значит, товарищей. Вот они, да. Быстро убийца сюда. Минус мальчик. У меня же скилл скачен, да, который мне дает право сразу лутать. После автоматического обобрать тело врага после скрытого или быстрого убийства. Прекрасно. А почему у меня навыки горят? У меня что, еще есть очки? Очко навыка 1, конечно. Конечно. А, это стоит 2. Ну-ка, давайте посмотрим, что нам за 2 дают. Увеличивает максимальное число эликсиров, которые можно носить с собой. Не надо. Увеличивает запас инструментов. Можно взглянуть новую ячейку инструментов, посетив бану Муса в конторе. Однако, ну хуйня тоже. Поэтому давайте что-то вот это. Первооткрыватель вообще до пизды. А вот призрака качать заебись. После успешного парирования нажмите треугольник. Делаем. Делаем обязательно. Также у нас что-то есть по предметам. Что-то есть под... по предметам. Угу. Почему у меня все еще про ответный удар что-то написано? Это значит, нас игра затроила. А как иначе, Ubisoft? Как иначе? Правильно? Меч. Ну, у меня тут все что? Все, что оно есть, вот оно у меня как бы в арсенале и стоит. Погнали! Давайте считать, сколько мы убьем сегодня людей. Круто же. Так. Ну вот там мальчики, у них что-то, видимо, интересное, если я так понимаю. Стоп, было. У меня какие вообще варианты есть по оружию? О, метательный нож. Заебись. Удержите раз, чтобы открыть. А вот так я могу, соответственно, целиться. Правильно? Правильно. Так. Так, и наверх мне никак не добраться. Блять, ну их тут двое. Это, конечно, не есть хорошо, но мы попробуем свистнуть. Может, один к нам придет, и мы сразу его сейчас убьем. Вот так вот. Ну, конечно, мы спалились в итоге, блядь. Тихо, тихо, тихо. Я напоминаю, мы играем на харде, то есть нас могут убить вообще на раз-два, если что. Ой-ой-ой. Так. Скрытые клинки. Опа. Блять, хочу новую фичу. Заюз. Вот так. Ага, вот и не парировать. Так, хилимся. Ну их очень много, блять, ребята, что делать-то нахуй? Ну урон у нас, конечно, хуйня полная. Потому что мы играем как бы на харде. Ага. Так, хочу парировать, блядь, да не получится. Так, все, оп, 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 все четко. Минус один, минус один. Все четко, бля, ребята, мы их положили, еле как нахуй. Все-таки ощущается, когда на харде играешь. Что, ну мы просто их подобрать можем, нам надо оба брать, а не подобрать. Вы чего? Лети отсюда, мальчик. Так, ну что, мы всех положили, я так понимаю. Больше у нас противников нету, да. Окей, нам бы что-то дальнобойное, типа лук, интересно, будет он здесь, нет? Так, ну что, залутаем то, что как бы мы от всех избавились, это прекрасно. Самое главное сейчас залутать это все успешно. Будет ли что-то ценное, тоже вопросики, конечно. О, переместить могу. Так, что? Кто там? Что? А, там еще мальчики, бля. Ну иди сюда. Иди сюда, мой дорогой. Сейчас мы будем тебя убивать. До свидания. До свидания. Что там? Кукарекнул кто-то? Так. Петушки. Петушки и баны, как говорил один великий философ. Вот это забираем. Сендерхэм. Забираем 7 дирхэм.
Мы кушаем, мы хилимся, прекрасно. А, я вот так понимаю, в левом низу, в левом нижнем углу экрана у нас, соответственно, количество хилок, то бишь эликсиров. Вот зачем этот был скилл нужен, который стоит 2 единицы очков умений, да? Так, что там вообще? Что там, кто-то есть там? Непонятно. Так, а я так понимаю, мы можем это все дело взорвать, да? Правильно я понимаю? Можем это подобрать? Нет, не можем. Окей, значит, двигаем. Значит, что-то двигаем. Ну, какой-то проход. Так, я тут все залутал. Факты. Факты. Так, что тут у нас? Сундучок сюда. Материал для улучшений. Хорошо, спасибо. Ну, а, вот. Все, сейчас мы подбираем эту а-ля бомбу, короче, и будем кидать ее в стенку, и она разъебется. Это классика всех Assassin's Creed. Так что погнали, что? Надо подальше отойти только на всякий случай. Ну, вот так достаточно. Погнали. О, четко. Че, есть кто? Кому, блядь, межглаз засадить, нахуй? Погнали. Так. Идем по стелсу, потому что, ну, мы не знаем количество врагов. И, ну, вы видели, что они с нами творят. Мы чуть не проебали битву изначально, прямо в начале выпуска. Нихуя себе. Так, я могу карабкаться сюда. Там есть что-то? Ну, как будто нет. Как будто нет. Шо, где кто-нибудь-то? Что-то внизу. Мы что, сейчас прямо в глубину пещеры пойдем? Интересно. А, нет, все, тупик. Правильно я понимаю? Это тупик? Это тупик. И на кой хуй мы сюда пришли, у меня вопрос. А, нет, не тупик, смотрите. Вот, там еще очень много мальчиков, которые хотят умереть. Разбиваемые цели. Цепи. Цепи, удерживающие лестницу или тяжелый груз, можно выделить, используя орлиное зрение. Да? А, вот, ну вот эту штуку. Я понял. А как мне эту хуйню разъебать? Неужели вот так? Хм, прикольно. Давайте сначала вот этого мальчика ебнем. Чтобы он нас не спалил. До свидания. Враги в доспех. У некоторых врагов тоже защищен доспехами, которые не пробить ни в дальнем, ни в ближнем. Попробуйте подойти к таким врагам сзади. Ага. Ну а чё он на меня сейчас повернулся тогда? Блять, зачем я его взял? Там сверху есть что-то интересное? Ну, как будто да. Как будто есть. Так, мальчик, иди отсюда. Давайте наверх заберемся, посмотрим, что там у нас. Ну да, какой-то лут есть. Перья. О, смотрите, зато мы максимально высоко сейчас. Мы делаем вот это дело. Свое. Пакость. Некую шалость. Тем самым убиваем двоих. А? Тихо. Не палимся. Сколько мальчиков осталось? Двое всего? Ну это вообще изи. Надо сверху на одного нахуяриться. Мы можем? Можем? Что мы можем, блять, вообще тогда? О, можем обойти. Я могу туда прыгнуть? Мне интересно. Вот там палка, видите? Блять, как будто не могу, сука. Или могу? Могу. Четко. Так, мальчики. Дайте прыгнуть на кого-нибудь, чё вы, пацаны? Вот. О, успел. Вау, вау. Как же я обожаю, когда есть потайной клинок. С ним так охуетительно работать, ребята. Это что-то с чем-то. Я вам говорю. Это кайф вообще. Так. Причем это у нас все какая-то находка а-ля сайд-квест. Круто же. Забрать добычу. Что-то интересное быть может. Кинжал незримого. Бам. Окрестности Багдада. Сундук со снаряжением. Кинжал незримого. Ну-ка. Давай-ка. У меня обычный кинжал, который урон 30. Урон 20. Вы что, серьезно? Он, блядь, хуже. Падение презренного врага.
Наполнит воздух ядом. А-а-а, зато он ядовитый. Бля, активная оборона, прыгай, смотри. Блять, урона меньше, смотрите, но ослабевающая защита или что это за параметр? Зарадность, да, при убийстве нейтрального противника, угла. Угу. Заразность. Но. Но. А заразность... Мы с кинжалом заражаем или что? Похуй, неважно. Оставляем все как есть. Ну, нормально, что? Новый кинжал залутали, вроде неплохой. Вроде он должен заражать противников. Вот и посмотрим, так оно или не так. Забираем все дирхэм. И все будет заебись. Все, вот это мы благополучно лутаем. Лутаем. Как много дирхэм. Вообще кайф. Так. Мне там показалось, или есть какой-то выход отсюда? Ну, как будто нет. Ладно. А вот туда можем пройти за водопад? Можем. Конечно, можем. Еще что-то потайное. Обожаю находить потайную хуйту всякую. Это так интересно. Просто пиздец, как интересно. Забрать забычу. Полезный хлам плюс 2. Круто. Так. Летим. Что, еще есть мальчики, которые хотят умереть в этой пещере? А, все, мы вышли. Мы вышли. Отлично. Отлично. Интересно, где мы вообще? Мы были в пустыне. Так, засов. Вот так. Мы были в пустыне с вами. А, ну вот. Мы вышли из-под этого, почти из-под этого здания. Опа, можем эту хуйню сломать, но зачем? Так, есть ли тут какой-то движ? Нету, значит, мы открываем карту, и, наверное, с вами мы летим на первый квест. На первый квест. Обнуляет известность в обмен на знак... Опа, короче, ясно, как в Red Dead Redemption можем заплатить денег, и нас перестанут искать. Конюшня. Окей, а это что? А это что? Группа торговцев позволяет перемещаться незамеченно. Ух ты. Музыкант. Блин, круто. Историческая местность. Конюшня, опять же. Еще группа торговцев. Вау. Блять, ну это реально интересно. А где у нас квест? Вопросик у меня. У меня, блять, вопрос. Это оно? Историческое место. Торговцы. Блять. Я что-то... Запутался нахуй. Так, навыки, карты, предметы, инструменты. О, инструменты. Улучшение инструмент. Каждый ваш инструмент можно улучшить и персонализировать. Отлично. Что, как я могу улучшить его? Окей, но я не могу его никак улучшить. Значит, разберемся с этим позже. Так вот, вопрос. Мне, блять, куда идти-то нахуй? Я же собирался в Багдад. Угу. Ну все, значит нам сюда. Правильно? Правильно. Где мой верный скакун? А, вон квест. Че я голову ебу, блять? Пиздец. Вот нам куда вообще. Путь в Багдад. Точно. Точно. Все, мы сейчас будем с вами искать контроль незримых. Потому что мы одни из них. О, следовать по дороге можем? Кинематографичная камера. Тихо, не то. Красота. Но вопрос. Куда я, блядь, бегу? Если мне в другую сторону, мой милый. А, ты сейчас повернешь типа по дороге? Блядь, супер. Вообще. Включаем... кинематографическую камеру и наслаждаемся видом. О, вода была. Блять, красиво, сука. Ну вот умеет делать ассасина. Ну просто же охуетительно. Просто бомба. Ну, это, конечно, да. Лучше самому бежать. Мне кажется, быстрее будет.
Ой, мальчика чуть не сбили. Так, да. Просто вот так бежим, как бы. Вперед и все. Хотя, тут рядом город, я так понимаю, был. Или что, или как. Или куда... Блядь, я нахуй сюда бежал? Сейчас вопрос у меня. Пиздец. Ну ничего, сейчас мы быстренько. О, там какой-то движ, смотрите. Может, там противник? Если да, то ему пизда. Пацаны, здравствуйте. Вы свои? Вы что тут вообще делаете? Че копаем, братцы? Что у вас? Гашиш, кальян, какие развлечения? Ну давай залутаем вас. Вы не против? Вы не против. Ладно, я дальше погнал. Спасибо за внимание. Летим, летим, летим. Дюны Акарпуфа. Казалось, что какой-то ужин был здесь, но нет. Все, летим искать контору. Так, у нас верблюд заебался. Надо купить верблюда повыносливее. Такс. Давай, верблюдик, вывози колясочку. Ну, это, конечно, Red Dead Redemption, блядь. Чисто игра про то, как надо сильно, долго, утомительно скакать на чем-либо. Хотя бы не на лошади, и на том спасибо. Все, восстановился, бежим, 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 бежим. Но я думаю, вскоре нам дадут возможность какого-нибудь быстрого перемещения, и все станет проще. Тем временем у нас очень медленно, блядь, прогружается игра, пиздец. Ой, только дайте... Ой, в пеликана въебался, нихуя себе. Интересно. Водяная мельница, открыта новая область. Отлично. О, точка обзора. Точка обзора. Вот она, точка обзора. 80 метров. Ясно. Ясно. Я пошел наверх, короче. Так. О, мы можем забраться на мельницу? И она будет крутиться? Нет? Блять, не будет. Точно? Точно, блядь. Ну, жалко. Можем, значит, залазить только на статичные объекты. Очень жаль. Могли бы поприкольнее сделать, как по мне. Так. Так. Синхронизация. Погнали. Вторая точка обзора в этой игре. Еп. Ну, красота. За что мы любим Assassin's Creed? Конечно же, за красоты игры в том числе. Опа, а это что за движ там у нас? Концепт арт дня. А, вот типа синхронизация с онлайном. Ну-ка, давайте глянем, что там сфоткали, ребятки. Ну, хуйня. Ой, ты чё? Мы же, блядь, ассасины. А-а-а. Красота какая. Какова красота? Опа, лут, здравствуйте. Здравствуйте, можем кому-то в гости зайти. А лут у вас есть? Аута у вас нет. Ну и зачем мы сюда как воры зашли? Вопросик у меня. Где мой верный верблюд? Людей, блядь, и меня в том числе не надо сбивать, пожалуйста. Так. Ой, аккуратней. Извини, мужик. I'm so sorry. Мчим. Тыгадык. Устал, бедненький. У нас мост. О,
Опа. Штучку забираем. Почему мы ее не забрали? Взаимодействовать. Кодекс дополнен. Ворота Багдада. Угу, понятно. Понятно. Ну, это я говорю, чисто школьникам сидеть на уроках, собирать вот эти штучки светящиеся. И тем самым обучаться через игру. История, это же круто. О, конюшня, погнали. Может, нам дадут все-таки кого-нибудь по выносливее, нет? Здорово, брат. Опа, тюрьма есть тут. Соответственно, мы кого-то будем отсюда вызволять. Или сани. Интересно. Приветствую. Well met. Посмотри товары в лавке. What do you have? Take a look. Take a look, как говорится. Конюшни. Здесь можно купить новые варианты облика. Ну, я не хочу облик, ребята. Черный конь прикольно. Вот этот прикольный. Так, чё по орлам? Ну, вот этот прикольный. Ну, блин, это, ну, типа, не бустит в плане стамины нашу лошадь. Поэтому, уях, это нам не надо. Блять, ладно, здесь столько всего, можно и спешиться. Смотрите, сундучок у нас есть. 30 метров внизу где-то. Где-то внизу. Ну, мы сейчас туда пойдем за ним. Что нам еще остается? А, ну, я так понимаю, тут ходить, наверное, нельзя, да? 5 метров. Ну да, вот тюрьма, пожалуйста. Ух, чуй, пизды мне там дадут, ребята. Не пойдем мы туда. А, пойдемте пешком прогуляемся, поглядим, что еще тут есть. Интересно. Торговец, сюда. У нас есть какая-нибудь хуета ненужная, которую можем замотать торговцу и получить за это несколько дирхем. Я знаю, что это называется дирхамы, но мне нравится дирхэм. Тут уж. Похуй. Мир тебе. Да, погнали, лавочник. Снизить цены на 10% за один какой-то, блядь, зелено-нефрит. Знак хидмы. Прикольно. Прикольно. Давай, показывай, что ты. Торговцы продают различные товары, включая расходуемые предметы и предметы для персонализации. Понятно. Вы можете мгновенно... Вот это хорошо. Продажа. Сюда. Продать. Так. Колечко за 11 заматываем. Медальон заматываем. Кости все продаем. Вот эти перья злоебучие. Блять, ну они копейки стоят. Нахуй они нужны тогда? Вопрос у меня. Ну это все копье стоит. Ну это неинтересно. Метательный нож. Так, быстрое пополнение за 45. Делаем, делаем. Все. Ваш колчан полон. Блять, эликсир по-вашему в колчане находится. Алло. Полезный хлам. Зачем? О, наряд есть. Наряд купца из далеких стран Востока. Прикольно. А можно типа присмотреться к нему? Ну, посмотреть, как сидит. Померить, в общем. Рустам. Очень приятно. Драгоценный талисман. Талисман весь скоробей, эти жуки часто встречаются в Сингли. Угу. Угу. Это что за ведьмачий вообще? Ну, правда, там не волк, а лев. Ну, красиво, блядь. А что это дает-то? Ладно, пока оставим деньги. Просто пополнили боезапас. Окей. Все, мужик, отъебись. Уходим. Уходим от седова. Так, ну мы почти на месте. Поиск. Ищите цели задания с помощью... Да. А, ну да, все. Нам надо найти наш этот... Базу незримых, короче. Где-то, блядь... Опа, найдено. Найдено. Все, бежим. За нами никто не гонится, поэтому можем бежать по земле. О, наемники. Это что, наемники? Здравствуйте. Напасть на стражников за один что-то. Вот этого что-то у меня даже нету. Кто-то круто на флейте играет? Прикольно.
О, я могу же спиздить что-нибудь. Оп. Плюс 11 денег. Заебись же. Охуенно, по-моему. Да, но не забывайте воровать, блядь. Почему бы нет? Так, о, опять торговцы. Вот это что-то интересное. И вот это что-то интересное. Что такое тут? Чем торгуете? Well met. Well met. Лавочница. Let us see what you have got. Lots of choice. Выбор, говорит, большой. Один, блядь, капюшон у нее, ёб твою мать. We can make it stronger. Прикольно. Костюм Аламутского посвященного. Блядь. А, это моя могу улучшить. Это портной, я понял. Но у меня не хватает кожи. Естественно, кожу надо найти. Угу. Понятно. На сегодня все. Это, конечно, меня разъебало со своим гигантским, блядь, выбором. Я шахуел. Да все, почему у меня мисс Клик-то происходит? Отъебись, все, до свидания. Было приятно познакомиться, но не более. Вот там что за движ? Что это такое? Пропаганда какая-то? Обнулить известность, я понял. Так, вот это что такое у нас горит? Все очень интересно. Так. Опа, обрушение помостов. Некоторые помосты не очень прочны. Что, обрушить мост? Прикольно. Но зачем мне сейчас это делать? Дверь заперта. А, ну я могу обрушить. А, вот оно что. Я обрушу что? Я-то думал... Это ля мост ванded. Типа что-то обрушил и все зато... Опа. Лук лутецкий. Загадочка. Так. Каждая загадка включает карту или зацепку. Дальше найти конкретное место. Разгадать загадку и отправить в карту. Опа, интересно. Так, предметы. Улучшай снаряжение. Да это понятно, блядь. Ты мне покажи загадку, нахуй. Вот она. Прочитать. Так. Там, где дым. Там, где лев. Там, где дым и там, где лев. Угу. Ну, я ни в одной игре, если честно, эти загадки нахуй не разгадывал, потому что это какой-то пиздец. Ну, где-то воды, но, бля, не, пизду. Спасибо, но я этим заниматься не буду. А чувак, а ты живой вообще, блядь? Братан. По-моему, он мертв. Блядь. Блять, это что за писка? А с ней что? А что у нее с рукой? А что она в голове? Окей, Ubisoft. Нам бы пропатчиться не помешало, как бы. Тут что? Точка? О, бежим, бежим, бежим. Вперед, вперед, вперед. Ой-ой-ой. Так, по лианам. Вперед, вперед. И шо, я все не допрыгну, хотите сказать? А, вот, все, четенько, четенько. Отлично. Так, ну вот, давай, прыгай. Оп, молодец. Респект таким ассасинам, как говорится. Четко. Бля, ну какая красота, ребята, я в ахуе. Третья точка синхронизации, пожалуйста, получите, распишитесь. Открыть камеру, опа, найден объект интереса. Что ты там нашел? Историческое место, да нахуй оно надо мне? Опа, кто-то заскринил что-то. Кто-то что-то заскринил. Ну, хуйню заскринил. Просто тестил, я так понимаю.
Ну что, все, мы нашли контору незримых, погнали. По-любому будет квест, где на нее нападут, типа рассекретят, а-ля, поняли? Все, мы на месте. Открыта новая область. Заебись. So this is a hidden one's bureau. I expected some sort of hovel. Some bureaus are. Others can be fitted with gold trim. Wherever space we settle, all that's important is that our occupancy remains a secret. We certainly have that here. Have you found anything helpful? Nothing hinting at Ali's whereabouts. However, Noor was in contact with someone named Beshi. A name I recognize as one of Ali's closest allies within the Rebel Collective. Mm-hmm. He's a dock worker at the Upper Harbor. Будем сейчас Беши искать какого-то. See if he's in the area. He may have something to tell us about Ali's disappearance. I have found something! It seems Noor mapped out this very district. Mark the factory's area to the north. What is there? Rebel sympathizers. If Noor visited this area for any reason, it is worth following upon. Understood. These are not strong leads, but they are a start nonetheless. Fulav and I will see what more we can uncover. Be careful. Yep. Али Ибн. Расследование, расследование, дружище, ваш прогресс. Так, ебать мы детективы, нахуй. Чтобы говорить новое дело, нужно искать зацепки. Ну, это понятно. Дело, которое вы слышите, уже на карте. Все. Я понял. Ну, прикольно, играем в детективов, получается. Али Ибн Мухаммад. Глава повстанцев и союзник незримых. Так, мы знаем, что за членением Али стоит орден. Знакомец Нура. Найдите знакомство. Нур составил карту ремесленного квартала. Угу. Зацепка не найдена. Но Нур отметил на карте квартал Шари. Беши. Ближайший помощник Али. Один из предводителей повстанцев. Так, найдите Беши. Беши обосновался в верхнем порту. Все, погнали. Прикольно. Прикольно. Связанные зацепки. Беседа с Рушан. Рушан нашла подтверждение тому. Угу. Ну все, кайф. Отслеживаем, получается. Все, летим к нашему корешку. О, вот можем еще поговорить. Конечно. Why would it be of interest to Noor? The people there are in quiet support of the rebels. Common folk, workers, merchants. Come to think of it, Noor did make mention of a new contact, a merchant. It may be this merchant dwells in Ashara, among the dying leather factory workers. I will keep an eye out for a stall. Mm-hmm. Все, по... О, еще можно... Is there anything more you can tell me about? The people there are in quiet support. Come так, она что, как что нам это рассказала? Алло, блядь, почему над ней горит диалог? Странно. Так, что тут у нас? Историческое место? Кстати, вообще можем что-то интересное здесь? Доп. Элементы разблокированы. В игру добавлено задание. Во, да-да-да, это за предзаказ все. Магазин Анимуса. Получите еще больше. Так. Ну вы нам выдали все, что это? За предзаказ дали? Или что, или как? Вопросики. И где мне переодеться? Опа, здравствуйте, взаимодействуем. Кодекс дополнен, спасибо. Так, а может я могу переодеться уже здесь? Костюм. Да нихуя у меня нету, блядь. Ладно, с этим мы разберемся. Оп, паркур нахуй. Открываем дверку. Так, тут что-то был движ какой-то, блядь. Ладно, погнали. Так, тут у нас засов. Ну зачем нам убирать засов с нашей базы, как бы, правильно? Логично же. Вижу смысл. С помощью энкиду вашего вора вы можете встретить все, что вас окружает. Да, я знаю. Спасибо.
Все, вот так у нас контора незримых, значит, да, на карте отображается. Вот это что такое на карте? О, кузнец, здесь нужно ускорить меча или кинжал, также здесь есть лишнее, отлично. Ага, вот они какие-то братья там. Это все понятно, вот это что? А, портной, все, мы были, но мы не были еще у кузнеца. Ну, по пути как бы, если попадется, то кайф. Че? О, у нас в расследовании что-то продвинулось, потому что мы поговорили с... Нет, нихуя. Тут что? Найдите знакомца Нурумаса. Все, окей. Lend me your eye. Так. О, тут-то что? Что тут у нас? Ладно, понятно. Все, погнали. Пьет. Так, все, разрешите повстанцев. Погнали. Оп. Все получается. Тут что хотят от меня? О, еще. Так, еще что-то. Окей. Ну вон, а почему мы двух нашли? Не понимаю. Следуйте примеру Нура. А, ну вот, да, я понял. Ну сначала с этим поговорим. Второе расследование мы сразу. Сразу два разгадали. Мы охуетительный детектив, ребята. Это ли не чудо? Это ли не счастье? Использование скамей. Угу. Надо слиться. Но тут же можно ходить, зачем мне сливаться? Не понимаю. Надо кошелек спиздить, ладно. А есть типа какой-нибудь богатый квартал, где очень много дирхем в кошельке? Извините. Это такая... О, так. Так, мне надо подслушать? Или поговорить? Или убить? Я думаю, поговорить. Здравствуйте, Беши. Во-первых, забрать добычу надо. А, я понял, у нас лиц окружения все-таки. Нет. А, да, все. А что, блядь, я жду? Нахуя? Они разговаривают всю ночь. Вопросик у меня. Вопросик. Ну зачем мне ждать-то? Все, иди. Все, Беши. Я уже сутки жду. Поговорить. Are наконец-то. I am with Nur. You knew him, yes? I knew him. Last I saw, he was being chased from the city. Беши, с охраной. Does he live? Barely, but he is safe. Stubborn bastard. What do I call you? Basim. Very well, Basim. Have you a blade other than that butter knife you carry? Ножик, блядь. You may fancy yourself something bigger. Еще потайно его не видел, брат. For what? Are you setting off to find Ali? Not quite yet. These here are only half my men. The rest are being held at the harbor, further up the road. There may be too few of us to wage an attack. If you want to save your men, our approach should be a cautious one. I will go quietly. Have these men lie in wait and escort those we free. Your kind all think the same way. But it is a sound plan. Sound plan, как говорится. О, там на что-то петь можно, что-то музыка какая-то. А, для стражников. Я понял, прикольно. Прикольно. Так, ну чё, надо освободить товарищей. Погнали. Так. Опа, первый. Так.
Где еще один? Опа. На корабле. И еще один вот здесь где-то. Угу. Все? Больше нет. Ну погнали, ну вот мальчика надо убирать, я так считаю. Хули у нас на пути. Что, ты стражник или что, блядь? Ходит он тут. Да. Ой. Это стражник. Ну иди сюда, коль ты стражник, что ты? Стоишь там кайфуешь. Иди сюда, мальчик. Ну как хочешь. Блять, спалился что ли, да, ну нахуй? Известность. Незаконный действие повышает вашу известность. Ага. Ага. Потом пойдет элитка. Плакаты. Блять, хуёво, что я известный сезон. Убийца здесь, говорит она. Так, там мальчик меня выслеживает. Все, потерял бдительность. Так, обходим. Забираемся. И валим его. Минус 2. Так. Почему с них лута нет? Они что, блядь, все нищие? Так, по-моему, прям под нами кто-то, да? Да, ведь? Да, кто-то прям под нами. Кто не с нами, тут под нами, как говорится. О, вот это хорошо. Вот это хорошо будет сейчас. Минус 2 мальчика. Так. Что, тут тишина? Можно просто? Я думаю, можно. Главное, осторожно. Дверь закрыта на засов. Понятно. Значит, надо с другой стороны заходить. Это тоже минус, мальчик. Тихо. Тихо. Так, нам вот сюда, я так понимаю. Нет, нихуя. Вот сейчас бы взорвать, сразу минус 3 бы сделал. Да. Блять, да как туда пробраться-то, думаю. Нихуя. Ладно, идем обратно наверх. Ох, ищет. Вы посмотрите. Ох, и ищут они кого-то. Некого нарушителя. Так, ну что-то чисто. А, вижу ключ. Супер. Вижу мальчика с ключом. Сука. Хотел ёбнуть по этой штуке. Ой. О, мальчик, сейчас мы тебя заберем. Минус один. Так, если мы обрушим, то... Да, то мы привлечем внимание. Правильно? Нет. Хорошо. Так, возвращаемся на исходную позицию. Высоко гляжу. Блять. Ну вы поняли. Немного заговорился, потому что вчера бухал. Извините, как бы. Так, вот мальчик хочет умереть. Мальчик умирает. У него еще и ключ. Прекрасно. Мы забрали ключ капитана. Этот ключ нам откроет дверь. Да, пожалуйста, брат. Не за что. Find Беши. Добычу мы тоже забираем. Куда, блядь? Вот слезь. Так, что-то тут еще кушать нам не надо. Мы сыты. И записочка. Все. Так, мальчик.
Мальчик идет. Мальчик идет умирать. На меня спалят. Значит, обратно наверх. Обратно наверх. Шо ты агришься там? До свидания. Так, я хочу на корабль. Опа, мальчик идет. Мальчик идет умирать. Hey, what? Подзовем мальчика. Come давай, on, иди, родной. Not done with you. До свидания. До свидания. Пришел, увидел. Oh. Блядь, там много мальчиков. What do you see? Там несколько мальчиков прям. Два всего? Ну, это изи, кстати. Два — это изи, конечно. Пробуем. Так, мы этого можем скинуть, я так понимаю. Ну, зачем? Тихо-тихо-тихо. Вот мальчик хочет у нас поплавать. Мальчик плавает. Второй мальчик у нас плавать не будет. До свидания. Пока работаем вообще четко. С учетом, что мы на харде играем. Так. Лети, Пашка. Так, там есть у нас какой-нибудь лут? Не лут. Мы подсветим. Да, есть. Супер. Так. Прекрасно. Угу. И что? Угу, вижу. Вижу дырочку. Да господи, что ж всего двигать-то сколько надо, блядь. А, я понял. Вот эту хуйню мы сейчас будем перемещать. Да. Заебись. Заебись. Соответственно. Так, блять, как ее забрать-то нахуй? Это можем сломать? Не можем. Угу. Как нам попасть-то сюда? Угу. Так, ладно, можем вот это двигать. Можем на себя подвинуть. Не можем. А зачем оно тогда двигается? Не понимаю. Не понимаю. Так. А, все, я понял. Я все понял. Вот это мы двигаем, значит. Туда, значит. Подвинули. Да? Вот это мы двигаем. Вот тебя. Точнее, на себя все-таки. Отпускаем. Обходим. Блять, не получится, да, обойти? Да что такое-то? Что такое-то? Да пошел нахуй этот сундук, блять. Че я голову ебу? Вообще насрать. Погнали дальше. Сколько мальчиков осталось у нас? Не важно, разберемся сейчас со всеми. Пока просто шалость удается на 150%. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько там мальчиков-то у нас, бля. Чуть не спалился. Ох, ебать их много. Вот дерьмо. Пизда, 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 пизда. Пизда, 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 пизда. Ребята, прошу по одному. Главное увезти домой. Угу. Все. Есть еще кто? Все, до свидания, значит. Все. Крайнего мальчика мы освобождаем. Да, вот, все у нас дирхамы лутаются сами. Так, есть еще кто? Я вижу.
вижу сокровище. Вот оно. Отлично. Так. Что там, еще кто-то, что ли? А, нет, это все просто. Просто мы заканчиваем квест. Так, за нами мальчик смотрит. Ты зачем дал себе знать? Ты че, брат? Ну все, мы помогли Беше, а он поможет нам. Все просто. Йоу! Все удалось. You are a hound, Basim. I am only doing my part. Всегда, пожалуйста. Together, we will see the end of what ails the city. Look no further than Al-Ghul, the man only spoken of and never seen. Ну, вот один из незримых. What can you tell me about him? He takes enemies of the caliphate and makes them dig in the desert. Prisoners, rebels, laborers, in search of what? I do not know. These men were captured with Ali weeks ago and were destined to perish beneath the sands. Not Ali. He's been taken elsewhere. They marked and separated us. Ali was in another group. They wanted to question him about you and your friends. Can you show me this marking? What are you thinking? Ali and Nur got close enough to Al-Ghul that he took notice. If we find Ali, he can lead us to Al-Ghul. It is but one path. There may be another. I will go where these men were being sent to. Are you mad? Нифига, он что за... Only stubborn. Притвориться пленником? Yeah. Прикольно. Take this. На раба, конечно, похож. Это факт. What do I do with it? It is a Hidma token. Those who understand its value will do what is in their power. Понял, вот и первый Hidma token. Зеленая монетка. I will send these men to Она нам может дать минус 10% скидки на a rebel stronghold. You are welcome. Что-либо. Wafakaka торговцев. Barakallahu fik. Отлично. My search for Ali continues. А продолжать поиски. The Sharia district may provide some clues as to his whereabouts. Ну все, ребята, супер. Кайф. На этом пока что все. Дорогие друзья, подписываемся, ставьте лайки, пишите комменты. Еще увидимся.